Губернатор Андрей Травников сегодня на заседании Госсовета обсуждает, как выполнять новый майский указ президента по достижению национальных целей и решению стратегических задач до 2024 года. Травников возглавляет подгруппу по реализации нацпроекта «Культура» вместе с профильным министром Мединским. Этот проект предусматривает модернизацию и ремонт учреждений культуры, помощь в подготовке талантливой молодежи и переподготовке взрослых специалистов, продвижение инициатив населения, в частности добровольчества. А еще развитие цифровых технологий, чтобы книги, фильмы, спектакли стали доступнее людям в любой точке России. Напомню, всего, согласно путинскому указу стратегических направлений, их около 10 от демографии до науки. Новосибирская область принимает участие в 70 федеральных программах, связанных со стратегией 2024.